из Баку переехали в Армению в 88-м. И потом в 90-е переехали в Шишу в 92-м. Жили там. В общем, и до тех пор, пока не началась война. Во время войны я был в Шуше, но когда война началась, я был на Сайване, мы должны были играть в фестиваль. Фестиваль отменился 27 сентября, я поехал обратно и начал помогать кому как мог. Принципиально не брал в руки оружие, потому что я не считал, что я могу быть полезен в руках с оружием. Я только сожалею о очень молодых жизней, которые мы потеряли, очень молодые, вот самое хорошее поколение. Я всегда и говорил, лучше бы наше поколение погибло, большинство, лично мое поколение, которое приняли вот эту несправедливый путь жизни и вели. И наши родители, вот кто это устроил, эту бойню. Я сам из Шуши, может, многие мои друзья меня неправильно поймут, могут обидеться, но я уверен в том, что говорю. Я им говорил, еще до войны говорил, что вот начнется война, я в руки оружие брать не буду. Жил в Шуше, работал, игра уже была какая-то фаза, что мы там начинали делать какую-то культурную, ну не революцию, а культурные шаги, субкультурные шаги. Уже мы играли там рок-н-ролл и блюз. К сожалению, сейчас это все уже прошло. Но было хорошо, и надеюсь, будет со временем хорошо. Я очень надеюсь. Шуши может стать, да, как и говорят, культурным центром и даже городом, который будет объединять все религии, особенно ислам и христианство. Это будет вообще место прекраснейшее. Я просто блюзмен. Я не учился нигде музыке, я не знаю, как читать музыку, как писать музыку. Но да, блюз меня выбрал, и я просто стал блюзменом. Это одна из причин, почему я и до сих пор остался как бы жив. Потому что я люблю играть, наверное, больше, чем все либо остальное вокруг. Последние 20 лет я только этим и занимаюсь. Трудно музыканту жить, особенно блюзмену в Армении, но все равно крутимся, как-то получается. Слава Богу, пока. В Ереване тоже играю в клубах, в разных, но сейчас у нас не такая ситуация в Армении, чтобы этим зарабатывать. Правильно играю, но очень мало, очень редко. И даже сейчас этим зарабатывать, как бы, смысла я им пока не имею. Пока все успел, пока раны засохнут. Наши раны еще не засохли. Так да, по музыке. То в этом клубе, то там, то в студии, как получится. И так это ереванская жизнь. Но это, я осознаю, что это временно. Я здесь не знаю, сколько я еще задержусь.
может год, может два, может шесть месяцев, пока еще у меня тоже неопределенность. В основном люди зомбированы псевдопатриотизмом, псевдонационализмом, но все равно в жизни, когда живешь, показывают, что жизнь одна и ценность только одна, это жизнь, самая ценная. Ни земли, ни территории, и даже ни религия не стоит жизни. Та-та-та. Та-та-та. Насчет того, как относятся люди к тому, что я брал оружие в руки или нет, мне по большому счету пополам. Не очень важно. А те, кто знают, в основном все относятся нормально и с пониманием, что это мое право и моя жизнь. Так что я еще не встречал, не были никакие дискриминации, никакие проблемы. Но я помогал раненым, помогал ребятам, кто в чем-то нуждалось, или жителям, которые жили в подвале. Ну, если бы это были бы даже азербайджанцы, я бы то же самое сделал, не думая ни о чем. Для меня сейчас самое главное быть и взять максимум от жизни, и не хочу иметь врагов. Мы должны найти общий язык, простить друг другу все и жить. А с ненавистью жить – это ужас. Но я не знаю, у людей у обоих сторон хватит столько мужества и столько силы воли и духа, чтобы простить, начинать строить какие-то новые мосты. Это трудно, но мы должны постараться чем-нибудь. Все мы должны идти в это направление идти. Но я, к сожалению, видите, что у нас творится пока. Не все так сладко, но мы должны выстоять как-нибудь. Кармони расстроилась. Я, Джабаров Надир, родился в 1965 году в городе Лачин. В те времена музыка была, так сказать, моим хобби. Занимался я музыкой. В 1988, когда начался конфликт между Арменией и Азербайджаном, я ходил по свадьбам, играл там. В мае 1992 года, в связи с оккупацией Лачина, мы вынуждены были переселиться в Баку. Ой, ошибся. Давайте еще раз сыграем. Азербайджан – колыбель искусства. Много гениев и прекрасных музыкантов здесь выросло. Здравствуй, Надир. Как дела? Все хорошо? Спасибо, все хорошо, слава Богу. Я принес их сюда. Давай посмотрим, проверим.
Ах да, рамки. Чем надо помочь, давай сделаем. Я нашел половину фотографий. Давай сдуем пыль со стекла. Смотри, вот так. Никто бы не подумал, что война успеет начаться и закончиться за 44 дня. Конфликт, который не могли разрешить в течение 30 лет, разрешили за 44 дня. В результате усилий президента три региона вернули без боя. Мы были так счастливы, ведь меньше ребят погибло, меньше шахидов, павших за родину. Агдам и Лачин были неприступными крепостями. Кербаджар со всех сторон окружен горами. По мне, бои принесли бы в три раза больше потерь. И вот эту фотографию. Можно сказать, это единственный случай, когда сын главы исполнительной власти пошел воевать и стал шахидом. Он мой двоюродный брат, Мамед. Серьезно? Да, он родственник обоих моих родителей. Да, Закир Малим. Он отправил своего сына воевать в Физули, где он и пал шахидом. Он говорил, если я своего сына не отправлю, тогда никто не отправит своих сыновей. Так давай еще покажем эту учительницу Гюльсум. Пойдем же. Надыр Малим. Да, Габиль Малим. Я не преследую никаких интересов, собирая эту мемориальную доску. Я никогда не думал о деньгах или еще о каких-то финансовых благах. Я всегда думал, что вот как азербайджанец, выходец из Лачина, я считаю своим долгом увековечить их память. Чтобы каждый выходец из Лачина, приходящий к нам в школу, и даже неважно откуда они, будь из других регионов, из Баку, из любого уголка Азербайджана. Ведь мы все азербайджанцы. Пусть все видят эту доску и испытывают гордость за сынов Азербайджана. И эту отметили. Хорошо получится. В ближайшем будущем будет построена дополнительная дорога за пределами Лачина. Сейчас Лачин под контролем миротворцев. Он все еще под нашим контролем. Но несмотря на это, есть такое соглашение, по которому мы не можем поселиться ни в одну, ни в другую сторону. 2,5 километра от Лачина. Получается в радиусе 5 километров. Как поживаешь? Хорошо, а ты? Да ничего, все жду мастеров. Мало осталось. Хорошо получилось. Сам собрал. Красиво. Все сам, никто не помогал. Отлично. Но вот в целом Карабахская война много урона принесла. Не только нам, всему Азербайджану. Вот мне, например, пришлось выехать из 4-комнатного дома в 1-комнатный дом. Нам приходится ютиться в таких условиях. Нам пришлось тогда бросить дома. В ближайшем будущем, дай Бог, мы вернемся на свои земли. Мы вернемся, дай Бог, на родину наших предков. Это наша самая большая мечта.
За новейшую историю Грузии одна из центральных площадей Тбилиси трижды меняла свое название. Площадь Республики в советское время, после событий 2003-го, она получила название «Революции роз». В 2018-м, изменив наименование в третий раз, вернулась к прежнему – площади Первой Демократической Республики. Центральное здание площади – самая первая высотка советского Тбилиси. Гостиница «Иверия», предназначавшаяся в свое время исключительно для привилегированного советского отдыхающего. В 1992-93 годах, во время вооруженного конфликта в Абхазии, Иверия стала одним из первых зданий, куда заселили вынужденно перемещенных лиц. Абхазская война случилась после распада Советского Союза. Тбилиси оценивает этот конфликт как российскую оккупацию территорий страны. В свою очередь, абхазы декларируют, в рамках конфликта Москва выступала гарантом их безопасности. Вскоре после войны Абхазия провозгласила себя независимым государством. Вот там, где черная полоска, 16 этаж. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. После шестого была моя комната. Наверное, восьмое окно, где полоска. Это было моим. Там мы жили. Примерно 13 лет Иверия, расположенная в самом сердце города, представляла собой, пожалуй, самое яркое напоминание о войне и вынужденном переселении. Все наши фотографии по большей части из Иверии. Это в Иверии. Моя мама убиралась дома, а внуки ее сфотографировали. Это мой супруг. Только он не дожил до Иверии. Почти половину времени вынужденного изгнания Нона провела в Иверии. Мой сын и невестка, они поженились в Иверии. Это бабушка, тетя и мама. Тогда мы жили на восьмом этаже. Бабушка умерла. Не смогла выдержать того, что не стоит на земле. Иверийское поселение вынужденных переселенцев не раз попадало в объективы камер. Ему было посвящено несколько исследований. Изображения некогда гостиницы неоднократно размещались на многочисленных международных фотосайтах, где Иверию описывали как архитектурного монстра и самое ужасающее строение. Изнутри же Иверия представляла собой микромир вынужденных переселенцев, который в одном здании объединял несколько потерянных городов, чьи жильцы делили друг с другом самое сокровенное и вместе переживали важные и драматичные эпизоды новой реальности. Был ресторан, и если кто-то играл свадьбу, устраивал поминки, сороковины, годовщины. Все происходило в этом ресторане. Мы, жившие здесь, платили меньше других. Эта сплоченность спасла их в чужом городе, где они находились в изоляции, несмотря на проживание в центре. Это все люди из Абхазии. Наших детей в школе назвали беженцами. Куда-нибудь придешь? Сразу. Что, живешь в Иверии? Беженка? Это вспоминается хуже всего. Этот клип был снят в 2003 году, спустя 10 лет заселения вынужденно перемещенных граждан в Иверию. Вспомнила все. Через год Иверию продали. После революции роз было решено стереть в центре Тбилиси все напоминания о вынужденном изгнании. Власти опубликовали список приватизированных зданий, который по большей части состоял из гостиниц, где на тот момент проживали вынужденно перемещенные лица. Мы знали, что нас выселяют, но мы же не знали, когда именно это должно произойти. Тогда для нас это стало неожиданностью. Нам вдруг объявили, что мы должны выехать через 2 недели. В качестве компенсации вынужденным переселенцам раздали по 7 тысяч долларов. На эти деньги Ноне удалось купить однокомнатную квартиру на первом этаже. А те, кто не смог приобрести жилье, вновь нашли убежище в советских санаториях и гостиницах. Правда, уже за пределами городского центра,
в основном на периферии. Переезд из центра города сделал их проблемы более неприметны и со временем вообще убрал из повестки активной политической жизни. А где вы жили раньше, до того, как переехали сюда? В Иверии. Вы жили в Иверии? Нас же потом выгнали. Тем, за кем была закреплена комната, дали компенсацию. Тех, у кого комнаты не было, прописали нам тацминга. Вынужденные переселенцы, проживающие в этом здании бывшего санатория, ждут квартиры уже 30 лет. Большинство от камер прячется. Они боятся, что разговор с нами может помешать получению жилья. Как меняются цвета на каждом этаже? Я живу в Тбилиси уже 29 лет. Помощь от государства была 45 лари. Число официально зарегистрированных внутренне перемещенных лиц на сегодняшний день составляет 280 тысяч человек. Министерство утверждает, что 40 тысяч семей отсюда получили жилье. Остальные ждут. Но статистика также демонстрирует, что ежегодно к общей численности внутренне перемещенных лиц добавляется от 4 до 5 тысяч новорожденных. И этот статус становится наследственным. Кэти Сартания было 2 года, когда ее семья была вынуждена покинуть Абхазию. Первые годы они провели в здании детского сада. Можно? Кэти – социолог. Она исследует 30-летний опыт изгнания. Те травмы, которыми сопровождаются поиски собственного дома в чужом месте. Что вы думаете о возвращении? Доживу ли я до возвращения? Если будет, пойду пешком. Все равно пойду, хоть и не могу ходить. Первые годы переселения, даже больше политики, могут быть охарактеризированы как хаос. Потому что никто не знал, что происходит, чего от кого ждать. Единственное, что было, надежда и ожидание возвращения. Эти гостиницы, куда заселились вынужденные переселенцы, выполняли функцию реальных гостиниц. Я приехала в одном платье, думали, что скоро вернетесь. Закрыла дверь на 4 замка, муж надо мной смеялся. «Ой, какой красивый цвет!» Когда мы уезжали, я одно положила, а одно надела. Это взяла с собой. А это на мне было. А зачем вы его взяли? Не знаю, взяла. Ты ни к чему не принадлежишь. Физически ты можешь находиться здесь, но в твоей памяти, в твоей повседневной жизни всегда есть ощущение, что ты куда-то должен вернуться. Для тебя попросту не стоит вопрос, вернешься или нет. Что будем делать, когда вернемся? То же, что делали родители. Но мы же уже ничего не помним. Все будет лучше, чем здесь. Ты обязательно должен вернуться, но при этом уже живешь здесь, вырос здесь, в какой-то степени являешься частью этого общества. Но и не являешься. От тебя все же ждут, что ты когда-нибудь отсюда уедешь.